Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Сейчас я на фоне Дюши и Шуни толкну небольшую речь и присоединюсь к просмотру этого ролика. Ну что ж, давайте начну. Традиционные благодарности шунелюбам и дюшеведам. Спасибо, что вы нас смотрите, топите в лайках, жмете на колокольчик, подписывайтесь. Ребят, это нас действительно мотивирует. Отдельное спасибо за донаты. Это и нас еще больше мотивирует, наверное, раза в два или в три. Что еще хочу сказать? Да я не знаю, что тут говорить. Давайте лучше посмотрим, что я наснимал за неделю. Так что, может быть, что-то интересное и увидим. Итак, удачи вам, дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Шунь, какой ты красивый в новом ошейнике-то. Покажись. Некогда. Тут Дюшка с Ларочкой мусор собираются выносить. Сейчас увидишь эту суету. Дюша! Засуетился. Он чувствует. Он уже ушел. А как же одеваться и там прочее? Ну, с Шуней тогда пойдешь. Шунь. Ну как без него? Ты же говорю. Дюш, вот ты так вот все упустишь. Смотри, спрятался. Спокойно. А где он есть? Уже свистел? Он уже в ворот. Дюшка, помогай! Не давай ему ничего, это все, это кошмар такой. Все. Вот какой я молодец. Хороший хозяин в такую погоду и в такое время. Собаку не выгонит, а я родную жену. Уж по холодно-то как. Ты неправильно его так делаешь. А как? Потом покажу. Дюшка, иди Ларочке помогай. Пошли, идешь. Хрюнь. Давай еще сбегай. Юж. Ой, Хрюня. Все, мы уходим. Так, ну что, мне ругаться, что ли? Дюшка! Ну-ка! Пока не закричишь. Хрюня, давай лучше
лучше уборкой займемся. Мы не имеем права. Дюш, неси. Будем уборкой заниматься. Ага, и веник тоже неси. Дюша, стой! Сломаешь, уже сломал. Все, молодец. Забирай. Дюш, забирай, неси. Дюш. Давай. Все? Ну, молодец. Не то, что ты зайка такой. Дюша, Дюша. Все. Вот у нас пакетик есть. А, это для собак. Как раз. А Шуни? А Шуни тоже для собак. Шуни у нас собака? А, отдай. Ведь мы кошачьи вкуснее. Может, нет? Есть? Так. Зато Дюшке подойдет. Дюш, сядь, пожалуйста. Не-не-не, Кларочки. Дюш. Иди помоги Ларочке-то в холодильнике забраться. Это у нее не получается. Так, вот на ну хорошо, что тогда? Дюш! В магазин-то поедешь, Дюш? Да он уже, по-моему, готов. Готов, конечно. Все, уже усвистел. Дюш, не создавай ажиотаж какой-то нездоровый. Да, именно ажиотаж. Все начинают дергаться. Может, ошейник красивый на нее надеть? А он работает? Работает. Давайте, ребят. Давайте. А вот и Шуня.
что, Шуня, ребят приехали. Ну, помоги, Юш, принеси. Ну, стой! Принеси эту мне! О, иди поощри себе там, Дюш. Стой, дай-ка. О, какая басовышка. Закрывай, Дюш, закрывай. Нет, Дюш, закрывай. Дюша, ну, дверь закрывай. Молодец. Ну все, иди. Ну как ты, ну? Ты зайка. Чего ты, Дюш? Пойдем домой. Хрюня, захвати в этом теплице. Дюш. Подуй. Ну, где это? Дюш! Где веревочка-то? Неси ее. Хрюнь, давай сюда заноси. В вагон заноси. Открывай вот. Ну давай. Ты зайка. Пойдем. Чего ты, Дюша? Хрюня. Ты слышишь, Дюш? Там Шуня разоряется. Пусти его, что ли. Открой, Дюш, дверь. Вон он. Дюш. Пусти, где Шуня? Не хочешь его пускать? Ну, заходи, Шуня. Что? Ну, быстрее, а то дверь закроется. Шунь! Ну, давай быстрее. Шуня! Ну? Заходи. Чего? А Шунь. Ну и ладно.